Приветствую всех поклонников спорта номер один. Приглашаем вас на центральный стадион Новороссийска. С точки зрения турнира таблицы, возможно, не самый, может показаться, любопытный матч. Ведь встречаются 14 и 18 команды первенства. Но и Волгарь, и Черноморец, безусловно, очень настроены свое положение исправить. И Дмитрий Лесников, первое касание на его счету. Поехали! Итак, слева в темно-синей форме Волгарь. Справа в белых футболках Черноморец. Сразу следует у астраханцев длинный заброс. Танцы с пляски. Виктор Гараев исполняет. Перевод налево. И попытка пробить. И счет открыт. И счет открыт. Это Иван Маклаков. Воспитанник ЦСКА. Вот такой вот удар у Маклакова получился. И не справился с ним голкипер Волгаря. Анисимов на подборе. Возвращает мяч. Штрафную. И Жамалединов. Нет положения вне игры. Удар будет ли? Лесников попадает в защитник. Подбор за Волгарем. Еще один удар. И рядом со штангой мяч пролетает. Денис Ткачук. Опаснейший удар. И это, пожалуй, вот самый опасный, самый яркий момент у Волгаря. Коробов. Антонов. Антонов штрафной. Удар в Хомуху. Ну что ты? О, продолжает игра. Штанга вручает Волгарь. Хомуха. Пока Антонов пытался доказать, что попал мяч в руку, ну, знаете, даже с моей позиции было видно, что никакой игры рукой там даже близко не было. Навес на ближний угол. Лесников, удар, добивание, и мяч в сетке. Нет! Или все-таки гол, гол. Гол, и гол засчитан. Шляков удар наносил. Лесников наносит удар. Фрологис исправляется. Шляков. Штанга, и там Прошкин в итоге. Егор Прошкин. Думаю, будет записан как автор гола. За боковой на Жамалединова. Тот на Ткачука. Ткачук набирает скорость. Уходит от Фомина. Денис Ткачук. Подача в штрафную. Удар воротом. Рядом со штангой мяч пролетает. Ну что ж, простил Лесников. Черноморец. Хорошо пробивал 17 номер Волгаря, но в створ не попал. Весная передача. Сейчас есть... Какой момент, Делькин! Маклаков имел шанс к своему голу еще и клевую передачу добавить здесь. Вколачивает мяч в Кленкина. Гараев, передача назад. Садуев. Гурченко, он штрафной, можно и пробить. Бьет он в ближний угол, но в створ не попадает. Опасный момент у ворот Волгаря. Кленкин. Задача на Косарева, того к мячу не пускают. И пенальти! Вот это развязка! Вот это развязка! 96-я минута, и Анопа указывает на точку. Не уходят болельщики, ждут момент. Шляков! Удар поворотом! Фролкин! Фролкин! Это просто фантастика! Это просто фантастика, и это финал! Третий пенальти в сезоне отбивает Данил Фролкин.